Доброе время, дамы и господа! На связи президент Академии Успех Вместе Андрей Шаура. И мы с вами в прямом эфире. Если связь отличная, напишите, кто с какой страны, кто с какого региона. Вижу, что сейчас в прямом эфире находится множество прекрасных людей из разных регионов мира. Италия, Молдова, Румыния, Россия, Кыргызстан, Турция, Германия, Польша, Чехия, Украина, Беларусь, Америка, Южная Корея, Казахстан, Узбекистан, Турция, Франция, Греция, Испания, Монголия и другие страны мира. Всех вас рады сегодня видеть. Сегодня у нас с вами тренинг в области успеха, в области процветания. И основная тема – это как выбрать MLM-компанию или интернет-бизнес. Тема важная, потому что от выбора компании зависит ваше будущее. Это как выбрать мужа или жену. Для вас сегодня выступает практик. Давайте коротко мы познакомимся. Я являюсь сертифицированным тренером от Брайана Трейси. Опыт классического бизнеса более 20 лет. Первый свой миллион заработал в 17 лет. Также опыт в индустрии сетевого бизнеса более 10 лет. В индустрии интернет-бизнеса более чем 8 лет. Сегодня вы можете посмотреть результаты моих учеников и в том числе мои результаты, которые говорят сами за себя. Мы путешествуем, мы получаем награды, покупаем машины, квартиры. Нас обучают лучшие тренера мира. Мы получаем лучшие награды, и чтобы вам было понятно, что сегодня действительно вас обучает практик, а не теоретик, то я вам покажу один из доходов в интернете. Это 2013 год. Вот вы видите, третий месяц. Доход за 4 дня составил 8 тысяч долларов. По сегодняшнему курсу за 4 дня доход 500 тысяч рублей. 3 миллиона тенге. И это 6 лет назад. Также вы можете в одном из рейтингов увидеть, что в 2014 году, 5 лет назад, мы вывели компанию в топ-10 в мире. И вот вы видите, Андрей Шаура входит в топ-10 по этому рейтингу. К примеру, в этом же рейтинге есть Рэнди Гэтч, 43 место, Атам Амедов, 35 место. Дальше вы увидите, что в этом рейтинге компанию, которую мы сегодня возглавляем, называется B-Epic, в 2019 году входит в топ-10 в мире. Вот по этому рейтингу 7 место. По этому рейтингу мы видим, что первое место. Также вы можете увидеть один из рекордных доходов за 10 дней. Во время акции доход составил 200 тысяч долларов. Что это означает? Это означает, что это 14 миллионов рублей, это означает, что это примерно 70 миллионов тенге или за 10 дней 200 тысяч долларов. То есть перед вами действительно сегодня выступает практик, а не теоретик, и даст четкий анализ, как выбрать сегодня MLM-компанию или интернет-бизнес. Если у вас есть ежедневник и ручка, то мы начинаем.
Но я хотел бы больше поговорить не о своих достижениях. Как вы видите, более 1 миллиона подписчиков в Инстаграме. А хотел бы поговорить о достижениях наших учеников. У нас есть система обучения. Это Академия Успех Вместе. И наши ученики за полгода, год достигают больших высот. К примеру, о моих знаниях могут говорить результаты моих учеников. Если мы посмотрим с вами вот на эту семейную пару, то меньше чем за 2 года в Бишкеке они купили 4-комнатную квартиру. Первый тренинг я у них провел в 2007 году. Если точно, то, по-моему, это был декабрь. Вот эта женщина купила за последних 1,5 года 2 квартиры за наличку в Бурятии, в Улан-Удэ. Зовут ее Долгарма. Сайлма купила джип. Семейная пара из Красноярска приобрела новый Форд салона. Надежда Ивановна в возрасте 65 лет, недавно у нее был юбилей, благодаря нашим знаниям и совместному труду за год купила 2 квартиры. Одну в Краснодаре, другую в Геленджике. Стоимость 2 квартир более 10 миллионов рублей за наличку. Также другие ребята, к примеру, Иван Вовк, за 18 год заработал более 500 тысяч долларов, более 40 миллионов рублей, более 200 миллионов тенге. Уволился с завода, путешествует по миру. Купил квартиру, 2 машины, занимается благотворительностью. Маргарита Вельц находится на пенсии, заработала несколько сот тысяч долларов за 2018 год, купила квартиру в Санкт-Петербурге стоимостью более 10 миллионов рублей, путешествует по миру, помогает людям. Аэлита Мустафаева пришла к нам врачом, и наши знания помогли ей побывать более 5 стран мира за год, погасить кредиты, заработала более 300 тысяч долларов за 2018 год, купила отцу в подарок BMW и также себе купила BMW. К примеру, Айгуль Газезова, бухгалтер, пришла к нам и меньше чем за 1,5 года труда купила 4-комнатную квартиру в центре Нур-Султан, побывала в 10 странах мира, заработала за год более 300 тысяч долларов. Николай Турышев, бывший военный, уволился с работы, за 1,5 года приобрел новый BMW, побывал более чем в 5 странах мира, заработал несколько сот тысяч долларов. Теперь давайте перейдем к тренингу. Как вы видите, результаты моих учеников говорят сами за себя. И как правильно сегодня все-таки выбрать компанию для труда? MLM или интернет-компанию, которая продвигает бизнес в интернете. Все очень просто. Нужно знать несколько законов. Первое. Компания должна быть международная. Что такое международная компания? Это когда компания работает по твоему контракту во всех странах мира. К примеру, 13 лет назад я развивал сетевую компанию. И по контракту российскому я не мог развивать бизнес в Казахстане, в Германии, в Корее. То есть международная компания – это когда ты по одному контракту развиваешь бизнес сразу же более чем в 100 странах мира. Если понятно, любую циферку в чате. То есть по вашему контракту вы имеете право подписывать людей в разных странах мира. Компания должна работать минимум в 100 странах. Почему? Потому что Apple, Microsoft, Samsung, они имеют огромную капитализацию.
Например, компания Apple номер один в мире, потому что телефоны этой компании продаются в разных странах мира. Международная компания. Дальше. Компания должна обязательно работать в интернете. Это очень важный фактор. Например, с компанией, с которой я сотрудничал много лет назад, у нее был запрет на рекламу и на труд в интернете. Ты должен был в офисах подписывать контракты, ты должен был заранее купить контракты. И если у тебя на руках не было контракта, то ты не мог подписать человека. Если вы с этим сталкивались, поставьте любую букву. Поэтому, друзья, на сегодняшний день мы живем в 21 веке. И очень важно, чтобы компания, с которой вы сотрудничаете, была мобильна. Например, банк Тинькофф, он есть в одном телефоне, и вы можете в любой стране мира через приложение пользоваться этим банком. Переходите к тому, что удобно для жителя планеты Земля. Пошли дальше. Следовательно, компания должна работать в интернете. Это скорость, это гибкость. И у компании должен быть интернет-магазин. Почему у компании должен быть интернет-магазин? Объясняю. Кто сегодня самый богатый человек в мире? Если вы возьмете и в интернете наберете, кто самый богатый человек в мире, то вы увидите, что самый богатый человек в мире, который на сегодняшний день был в 2018 году, это вот этот человек, в данном случае он является владельцем интернет-магазина Amazon. То есть о чем идет речь? Сегодня деньги в интернет-магазине. И вы должны четко понимать, что та компания, которая находится в интернете, она должна быть интернет-магазином с эксклюзивными продуктами. Идем дальше. Если ваша компания будет находиться в интернете и у нее будет интернет-магазин, и вы будете совладельцем этого магазина по франшизе, то вы можете быть богатым человеком. Если вы посмотрите сегодня топ-100 самых богатых людей в мире, вы увидите, что один из самых богатых людей в мире – китаец, владелец магазина. Вы увидите, что американец, один из самых богатых людей в мире, владелец интернет-магазина. Итак, Amazon, eBay, AliExpress, Alibaba – это самые богатые люди. Следовательно, если вы хотите быть богатым, то сегодня нужно находиться в том месте, где самые большие деньги. Поэтому обязательно вы должны четко понимать, что компания должна работать в интернете, и у нее должен быть собственный интернет-магазин. Дальше пошли. У компании должен быть жирный, современный бизнес-план. Бизнес-план – это ваши деньги. Бизнес-план. Что означает бизнес-план «ваши деньги»? Например, в старой компании, в которой я сотрудничал, в сеть платили 30%. Потому что у компании были магазины, охранники, грузчики, товароведы, бухгалтеры. В каждой стране компания должна была регистрироваться, платить налоги, нанимать новых сотрудников. И поэтому компания не могла платить большие деньги в сеть. Сегодня компания, которая работает в интернете, она может платить денег больше, чем в сетевой компании. Поэтому много лет назад я ушел из сетевого бизнеса. Потому что компания интернет-магазин может платить в разы больше, чем в данном случае сетевая компания. И я вам могу это легко продемонстрировать. Когда я захожу в кабинет, у меня, например,
в одном из кабинетов лежит 67 тысяч долларов. Такие деньги мы получаем в хорошую неделю за неделю. В акцию мы получаем в 3-4 раза больше. И в обычную неделю, когда она не главная, мы получаем поменьше. То есть, друзья, что мы должны понимать с вами? Мы должны понимать, что ваш доход в интернет-магазине, он может быть, вот видите, за неделю 61 500 долларов. Мои ученики, партнеры, и в том числе я сам лично, вхожу сегодня в топ самых обеспеченных, богатых, успешных интернет-предпринимателей в СНГ, которые говорят на русском языке. То есть наши доходы за год являются одними из самых больших доходов в мире. При условии, что мы занимаемся бизнесом, кто-то год, кто-то два, именно продвигая интернет-магазин BEPIC. И если нас сравнивать с людьми, кто занимается бизнесом в старых компаниях, по 3 года, по 5 лет, по 10 лет, по 20 лет, то чересчур наши доходы являются большими. Потому что мы выбрали тренд, потому что мы выбрали то, что актуально. И мы должны четко это понимать. Поэтому лично я со временем стал отходить от классического бизнеса. В классическом бизнесе у меня есть несколько предприятий, разные награды. В классическом бизнесе я провожу и выступаю на международных выставках. В классическом бизнесе есть разные премии. Предприятие получило национальные, то есть премию, это предприятие года России лучшее, это продукты, которые мы производим, национальный знак качества, выбор России и так далее. И несмотря на это, все-таки от классического бизнеса в старом понимании лично я отхожу. От сетевого бизнеса ушел более 8 лет назад, потому что стал заниматься интернет-бизнесом. От классического бизнеса постепенно отхожу, закрываю часть предприятий. И если открываю, то открываю предприятия, связанные с интернет-технологиями. Пошли дальше. Если вы будете правильно выбирать мужа или жену, то долгие годы будете счастливы. Так вот, выбор компании, выбор команды, это очень важен, потому что от вашего выбора на 5, 10, 30 лет будет зависеть ваша деятельность. И обратите внимание, сегодня у нас есть лучшее предложение на рынке. Идем дальше. Бизнес-план должен быть жирным, люди должны быть довольны, должен быть современный интернет-кошелек. Вывод денег должен быть мгновенным на вашу банковскую карточку. Следующий пункт – это вывод денег. То есть вы легально, современно должны получать деньги, которые зарабатываете. И очень удобно, когда вы их будете получать на вашу банковскую карту. При выборе обязательно смотрите – компания как платит деньги, какие способы, сколько процентов берет. Следующий пункт – это очень важный пункт – актуальность продуктов. Актуальность продуктов. Бывают компании, в которых все хорошо. Шикарный бизнес-план – ну совершенно, совершенно неподходящий продукт. Либо долгоиграющий, качественный, но долгоиграющий. Либо некачественный. И поэтому в компаниях, где есть шикарный бизнес-план, но нет продукта, который потребляемый, который нужен человеку каждый день, рано или поздно там происходит стагнация и спад. Либо хороший продукт, но долгоиграющий. Приведу пример. Вот шикарный бизнес-план, но пылесос с гарантией 25 лет. Друзья, это утопия.
Представьте, вы продвигаете современный пылесос с гарантией 25 лет. Это все. Это в хорошем смысле полный трындец. Представьте, вы просто хороший бизнес-план, но продукт качественный, но долгоиграющий, с гарантией 25 лет, не ломается. Но это не тот бизнес. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому продукт должен быть, первое, качественным, эффективным, экономным, да, полезным и потребляемым на постоянной основе каждый месяц. Тогда человек будет заново покупать. И жирный бизнес-план за ваш труд. За ваш труд. Жирный-жирный бизнес-план. Если понятно, любая циферка, буковка в чат. Поэтому обязательно должен быть продукт эксклюзивный, эффективный, экономный для человека, да, недорогой, доступный по цене, полезный, качественный. И он не должен нигде повторяться в других компаниях. То есть у вас должен быть интернет-магазин с продуктом, у которого есть своя изюминка. Изюминка должна быть. Это очень важно. Идем дальше. Пункт номер 6. Это владелец компании. Владелец компании. Плюс. Менеджмент, руководство. Бывает хороший владелец, плохой топ-менеджер. Бывает плохой владелец, хороший топ-менеджер. Между владельцем и руководством должна быть синергия. Это должны быть люди богатые, успешные, духовно развитые, трудолюбивые, интенсивные, жизнерадостные. Это очень важно, и мы должны это четко понимать с вами. И пункт номер 7. Пункт номер 7. И какой вы думаете седьмой пункт? Мало кто об этом пункте знает. Мало кто знает об этом пункте и вообще догадывается и думает. Понимаете? То есть речь идет о том, что на сегодняшний день, то есть люди, к сожалению, совершенно не знают главного пункта. При выборе любой компании, при выборе любого интернет-магазина, при выборе любого бизнес-плана и при выборе любого продукта, они не учитывают самый главный пункт. Нет ничего важнее этого пункта. То есть самый жирный пункт, потому что от этого пункта зависит все. Зависит, как бизнес-план будет работать. Как будет работать продукт? То есть зависеть будет все, как будет компания продвигаться и развиваться. И этот пункт многие не знают. Работая на рынке 10, 20, 30 лет, люди совершенно не догадываются, что в первую очередь важна система продвижения. Кто продвигает этот бизнес? Кто продвигает этот продукт? Кто продвигает этот бизнес-план? Люди просто даже не догадываются о том, что есть самый главный пункт, который называется система. Нет системы, нет продвижения. Система – это главный пункт при выборе компании, продукта, бизнес-плана. И поэтому очень много сегодня происходит в мире, когда компании закрываются, когда компании не достигают высот, когда люди неправильно пользуются продуктами, когда люди не зарабатывают. Потому что система обучения, она должна быть лучшей в этой индустрии. И Академия Успех Вместе – это то, что лично меня заставляет жить и гордиться. Потому что нет ничего лучше, чем система «Успех вместе», потому что в 2014 году
Благодаря этой системе мы вывели компанию в топ-10 в мире. Вот вы видите, шестое место. И благодаря этой же системе мы вывели компанию B-Epic в топ-10 в мире в 2019 году. Видите? А в этом рейтинге номер один. То есть самое главное, друзья, чтобы вам было понятно, на рынке это система. Если есть система, 100% будет результат. Что делает система? Система обучает, система продвигает, система наполняет залы, система промотирует продукты, компанию, президента. Система продвигает сегодня, поймите, друзья, все. И я вам сейчас что-то покажу, чтобы вам было понятно. Есть система, будет успех. Поэтому, друзья, меня приглашали в свое время в Лас-Вегас. Это владельцы компании GNS. И предлагали контракт возглавить полностью компанию GNS во всем СНГ. Их президент прилетал ко мне на родину в Иркутск на Байкал. То есть прилетал на родину на Байкал и приезжал ко мне в офис на Байкал. Почему? Потому что любой владелец, любой производитель понимает, произвести легко, а попробуй продать. А попробуй выстроить систему. И вы не поверите, я отказал долларовым миллиардерам и не стал развивать этот бизнес. В этом году компания Owen предложила мне быть президентом компании, предложила жирный контракт, получать процент со всех стран мира, несгораемый чек пожизненный, пока компания работает, я отказался. Умейте отказываться от супер предложений, даже тогда, когда вам предлагают возглавить весь мир или какое-то направление ради будущего, которое еще будет больше. Предвидение ситуации, чувство рынка, анализ продуктов, анализ бизнес-плана, менталитет. Все нужно уметь рассчитать. И тогда у вас будет большой успех. Для этого вам нужен наставник, опытный, крупный, успешный. И что такое система? Система – это все, друзья. Система, друзья, это все. Почему сегодня, к примеру, команда «Успех вместе» и компания B-Epic будет процветать? Объясняю. Если вы зайдете ко мне в Инстаграм, то вы увидите, а еще помимо этого я вам покажу, что было много лет назад. Много лет назад, благодаря нашей системе, зал всегда был заполнен. Это много лет назад. То есть система, она всегда заполнит зал. Система всегда будет продвигать то, что полезно для людей. Система, она работает. Видите, как ни крути, работает система. Ваш бизнес продвигает не продукт, не компания, не бизнес-план. Ваш бизнес продвигает система. И сегодня на рынке СНГ, вот честно и объективно, нет лучшей команды в мире, команды «Успех вместе», и лучшей системы продвижения, автоматизации бизнеса. И я вам могу это легко показать в фактах. Смотрите, друзья, вот эта встреча была недавно, 18 июля, полный зал. Страна Кыргызстан, Бишкек. Друзья, всем привет!
с города Бишкек, Кыргызстан. Только что мы провели благотворительный тренинг, легендарный. И я хочу спросить, друзья, бизнесмены, предприниматели, а также молодежь, вам понравилось? Видите, что такое система? Полный зал 18 июля в Кыргызстане, Бишкек, столица. Идем дальше. Проходит несколько дней, и мы видим, что в Москве полный зал. И в данном случае свободных мест нет, все места заняты, и это через несколько дней получается, видите, вот это Москва. Что мы видим? Вот полный зал, Бишкек был, да? Кыргызстан, вот полный зал, Москва. И через несколько дней мы также видим полный зал, Кыргызстан, Ташкент. Всем привет! Мы сейчас находимся в Ташкенте, Узбекистан, и проводим благотворительный тренинг. И у вас есть шанс 24 июля в 18:30 местного прийти по адресу улица... Итак, полный зал в Ташкенте. Чтобы вам было понятно, за пять дней, три страны, три столицы. Ну, просто логически помыслите, 5 дней, три страны, три города, три столицы, полные залы, ни одного свободного места. И каждый день одна встреча в академии в прямом эфире. То есть при выборе любой компании и команды нужно выбирать систему, которая тебя вынесет на пьедестал, которая тебя сделает успешным и богатым за счет энергии. И сегодня я проводил консультацию топ-лидерам. И я им сказал один главный секрет. Сегодня у нас нет конкурентов. Нас никто не может повторить, скопировать. Наша франшиза, она не дублицируема. Я им главный секрет сказал, друзья, вы не поверите, но нас невозможно обогнать, перегнать. Пока есть желание действовать в этой системе наставнику. Потому что за 5 дней нас никто так не повторит. Люди не готовы так трудиться с утра до вечера ради людей. То есть нет наставников, нет лидеров, нет такой системы, где люди с утра до вечера, имеется в виду все самые топ-лидеры, наставник, с утра до вечера трудятся ради людей. Понимаете, перелеты, разные страны оплачивают залы, занимаются благотворительностью, новые слайды, новое видео, новые продукты, новые переговоры. И я им сказал главный секрет. Вы не поверите, я им так сказал, топ-лидерам. Сейчас все, кто придет в команду «Успех вместе», именно сейчас, они будут очень богаты и успешны только по одной причине. Они спросили, по какой. А я говорю, помните, я 1,5 года говорил, что хочу на пенсию уйти. Хочу поехать на Мальдивы, книги писать. Они говорят, да. А сейчас у меня желание до конца декабря 2019 года трудиться с утра до вечера. Я им рассказываю секрет, что сейчас, с августа по конец декабря, всегда залы во всех городах стран мира будут заполнены. Одна-две встречи будут в прямом эфире в академии через ноутбук, планшет, ноутбук. И система, просто говорю, за счет вот этой энергии, этой скорости, даже самых неспособных, просто, понимаете, она будет вот так напор вверх подкидывать, и попутный ветер будет. Не встречный, а попутный. И я говорю, вот сейчас, если бы люди знали этот секрет,
Они были успешны к концу декабря. Но никто этот секрет не знает. Вот в чем суть. Понимаете? Потому что сейчас это будет столько встреч, столько презентаций, столько тренингов. И хорошая новость. У нас лучшая система, лучшая стратегия. До конца декабря этого года, с утра до вечера, мы будем трудиться, проводить презентации, тренинги, наполнять залы, оплачивать залы, заниматься благотворительностью, проводить презентации, тренинги, запускать новые продукты, запускать новые акции. И все, кто сейчас будет с нами в команде «Успех вместе», вы заработаете невероятно крутые суммы в компании B-Epic. В августе и в сентябре мы планируем сделать ряд больших событий, август-сентябрь, и помимо этого запустить новый эксклюзивный продукт. За 10 дней акции, суперлидеры заработают от 200 тысяч долларов до 500 тысяч. До 500 тысяч долларов за 10 дней заработают суперлидеры. Это при запуске нового продукта август-сентябрь. Дальше. Лидеры обычного формата, не суперлидеры, а обычного формата, заработают от 15 тысяч долларов за 10 дней до 100 тысяч долларов. Это 10 дней, друзья. А новички разного уровня заработают от 3000 долларов за 10 дней, где-то до 15 тысяч долларов. Это то, что нас ждет в августе, в сентябре за 10 дней. Новички от 3000 долларов до 15 тысяч долларов, лидеры от 15 тысяч долларов до 100 тысяч долларов и суперлидеры, доход за 10 дней от 200 тысяч долларов до 500 тысяч долларов. В 2020 году, средний чек среднего бриллианта, 2020 год, средний чек среднего бриллианта составит с нашими возможностями, если мы посмотрим, к примеру, с вами вот сюда, то бонус бриллианта в неделю 373 доллара в среднем, и доход бриллиантовый в среднем вот тут 6600. Получается 6 тысяч долларов в неделю. И средний бриллиант без акций, без запуска новых продуктов на 4,5 недели умножаем на 12. В общем, средний бриллиант с небольшим товарооборотом за 2020 год заработает 350 тысяч долларов. Без акций. С акциями, с запуском новых продуктов, вы видите, какие доходы за 10 дней. Теперь, что нужно вам понять. Переслать это видео топ-лидерам разных сетевых компаний, интернет-проектов, классического бизнеса. Потому что сейчас я презентую впервые в мире, ни разу этого еще не было, презентую самые лучшие, самые жирные бизнес-план в истории интернет-бизнеса. И мы его запускаем в июле 2019 года. Плюс, впервые в мире мы запускаем август-сентябрь 4 эволюционных продукта. В 2016 году японец получил Нобелевскую премию за открытие питания клеток. И у нас 4 уникальных продукта, которые в августе, в сентябре запускаются, это клеточное натуральное питание. И бизнес-план работает только с июля 2019 года. Компания B-Epic официально работает с января 2017 года в мире. В России, в СНГ, в Европе. Самое начало. Никто об этом не знает. Ни интернет-предприниматели, ни сетевики не знают. Не знают об этом бизнесмены классического направления. То есть сейчас самая пора и самое начало. Запуск для СНГ, запуск для России, запуск для Европы.
И этот запуск делает команда «Успех вместе». И каждый из вас получит четкий алгоритм, как преуспеть, как получить автоматизацию бизнеса, как сделать так. Вот я вам покажу, что мне дала система. Эта система помогла мне зарегистрировать в первую линию потенциальных клиентов, неактивных, 8908 человек. То есть эта система помогла мне в первую линию потенциальных клиентов или партнеров, да, неактивных, зарегистрировать 8908 человек. Этому мы вас научим. Итак, передайте эту благую весть всем, кого вы знаете. Рассылайте это видео. Уже сегодня оно будет в Ютубе. Вы первыми, кто соприкоснется с легендарным бизнесом. Мы наполним самые большие залы. И что же происходит сейчас в июле 2019 года? Запуск новых продуктов, запуск лучшего бизнес-плана, его ни разу не было в жизни. И плюс запуск нового руководства к нам. Внимание, это просто невероятно. Вы хоть раз в жизни видели, чтоб в Россию и в Казахстан приезжал владелец компании? Итак, план такой. Завтра я провожу встречу в Казани. Вы приглашаете всех в Казань. Это 27 июля. Вход свободный, все тренинги благотворительные. Пусть с Москвы прилетают. Прям сегодня начните. Ты должен быть там. Ты должен быть в Казани. Дальше идем с вами, друзья. И мы видим, что 3 августа в России, в городе Иркутск, собираются все лидеры всех компаний с разных регионов, Дальний Восток, Сибирь, Иркутская область, Бурятия, Чита, пусть все прилетают. Алматы, Казахстан, приезжает Узбекистан, Кыргызстан, прилетают лидеры России. Приглашайте людей, это будут самые крутые тренинги. Казань, Иркутск, Алматы, там я провожу подготовительный этап к приезду, внимание, владельца компании в Россию. Владелец прилетает в город Иркутск, и в Иркутске прилетает весь свет с разных стран мира на Байкал. Многих людей ждет их мечта Байкал. И 16, 17, 18 августа для вас лично проведет встречу владелец компании, это семья Путман, в данном случае прилетит Дан. Человек собирает полные залы, владеет множеством разных видов бизнеса. Все компании работают долгое время в плюсе. И он первым расскажет все технологии, все секреты. Потом Дан улетает в Америку запускать новые продукты, акции. Но с нами остается в Иркутске, и в Москве, и в Алматы президент компании. То есть к нам прилетает президент компании. Это невероятно успешный человек. И он будет в Иркутске 16, 17, 18 августа. В Москве он будет 23, 24, 25 августа. И в Казахстане 30, 31 августа, 1 сентября. Кто же это все-таки? Друзья, это мировая легенда. Это человек, который в тренде. И сейчас вы впервые в жизни узнаете об этом. То все-таки у нас президент. Этот человек очень успешный. И давайте с вами сейчас вместе посмотрим, кто же это. Я этого человека знаю, мы с ним общались. Это человек, который знает многое. Каури Томпсон, наш новый президент, который прилетает в Россию и в Казахстан. Это легенда. Несколько десятков лет успешного труда в индустрии. Он один из первых, кто ввел лучшую систему общения, обмена сообщениями, обучения, технологии.
И он один из первых, кто создал бизнес в 52 странах мира, подключил Азию, подключил Европу, подключил Америку. Этот человек вывел одну из компаний на товарооборот более миллиарда долларов. Он был тем катализатором, кто продвигал компанию, которая сделала за год товарооборот более миллиарда долларов. Да, это Каури Томпсон. Это действительно профессионал, это легенда. Это спортивный человек. Это человек, который в возрасте 50 лет делает вот такие вот действия. Here we go. Back on those heels. Come on, get it up. Get it up. Let's go. Let's go. Finish with it up. У нас самый сильный президент в мире. Каури Томпсон, легенда. Он прыгает в прорубь. Он ходит в горы. Он занимается разными видами спорта. Он подтянутый, богатый, успешный, без долгов, без кредитов. Он открывал Европу, открывал Азию, открывал Америку. В разных компаниях являлся человеком, который консультировал владельцев, помогал с документами. И этот человек на связи, и этот человек прилетает в Россию, в Казахстан. И с этим человеком мы будем действовать и помогать людям. И не забывайте, помимо Каури Томпсона приедет и сам владелец в Иркутск. Теперь, что же произошло у нас с новыми продуктами? Что же произошло у нас с новым бизнес-планом? Это просто невероятно круто. Новички у нас теперь зарабатывают в 15 раз больше, гораздо легче, чем в других компаниях. Лидеры зарабатывают в 5 раз больше. У нас введен бонус. Это только пришло вам на почту. Вот несколько дней назад 3 новых бонуса добавилось. И у нас теперь 12 видов дохода. И мы первая компания в мире, которая сделала самый гармоничный бизнес-план, и мы лично вместе с Каури, с владельцем компании, с Даном, и в том числе со мной, не спали примерно около, ну я за себя скажу, трое суток, они чуть меньше. И мы за 15 часов общения создали самый жирный бизнес-план для новеньких, для лидеров и для суперлидеров. И теперь у нас зарабатывают все. Никакого оттока от компании, никакого оттока от команды. Все счастливы, у всех глаза горят. И вы не понимаете, друзья, к чему мы сейчас идем. Я вас поздравляю! Это Новый год! Это Новый год каждый день! Это эмоции, это жизнь, это победы! И то, что вы сейчас услышите, что мы разработали для вас, дух будет захватывать. Дух будет захватывать. Самые большие деньги в истории. И мы, не забывайте, продвигаем 4 эксклюзивных продукта, 4 эксклюзивных продукта, которые не продаются ни в одной компании, запрещены копированию. И эти продукты имеют сотни тысяч результатов по миру, имеют сертификаты, клинические исследования. И один из главных продуктов – это натуральная еда Elevate и Accelerate. Это натуральная пищевая смесь, заменяет более 500 полезных продуктов питания. Elevate – это обед или завтрак с утра. Elevate потребляют чемпионы мира. То есть, что мы должны с вами понимать? Чемпионы мира никогда не будут потреблять то, что им невыгодно. Чемпион мира, мастер спорта. Вот видите, Elevate. Эти продукты потребляют голливудские звезды, чемпионы мира. Эти продукты потребляют бабушки, дедушки. Почему? Да это круто, потому что этот продукт заменяет более 500 продуктов питания. Это еда натуральная, заменяет более 30 баночек БАДов, лекарств.
И этот продукт 100% эффективен, проверен временем, рекомендован лучшими профессорами и дает нереальные результаты. Вот что такое клеточное питание. Это омоложение, это оздоровление, это экономия денег на лекарствах, на БАДах, на витаминах. Это экономия на сигаретах, на алкоголе, на диетах, на продуктах питания. Вот что происходит с людьми. Женщина в 38 лет, чем старше, тем старее. Но в данном случае пятый десяток, мы видим, что она моложе. Что мы видим? Мы видим, что наши клиенты, партнеры молодеют. Мой личный результат был в 35 лет. Сейчас мне 39 год стал. То есть реально продукт клеточного питания, он омолаживает и нужен всем. И у нас есть обед или завтрак, и есть легкий ужин. Дальше. Новинка. Это то, что ждал весь мир. Это то, о чем говорили мы более года. Да, да, натуральная сыворотка клеточного питания впервые в мире, эксклюзив, только в нашем магазине Regeven 8. Сыворотка омоложения заменяет более 30 баночек разных косметических средств, кремов, тоников, питательных разных масок, подтяжек. Представьте себе, насколько это экономно, выгодно и недорого. Результаты, клинические исследования. Посмотрите, друзья, плюс 61%, плюс 93%, плюс 10%, плюс 50%. Выравнивание, глубоко попадает в эпидермис, оздоравливает. Через 28 дней просто вы видите, насколько в данном случае кожа была плохого качества, какая идет процесс регенерации, омоложения. После 56 дней самые проблемные точки. Regeven 8 – это то, что мы запускаем в августе и в сентябре. Это то, что наполнит ваши кошельки. Это то, что сделает вашу семью богатыми. Вы погасите кредиты, вы помолодеете, вы поможете людям почувствовать молодость внутри кожи и снаружи. И это еще не все. Мы запустили на днях и сейчас запускаем совершенно новый продукт в мире. И мы первая компания, кто вывела на свет детскую питательную смесь. И теперь дети могут потреблять натуральный продукт питания. Этот продукт дает энергию. Иммунитет приходит в гармонию. Это очень вкусно, полезно. И наши дети не болеют, ходят в садик, ходят в школу, у них лучшие нормативы. Все наши продукты – это завтрак или обед за 11 секунд, это ужин за 11 секунд, и это детская еда, натуральная пищевая смесь за 11 секунд. Берется саше, это недорого, при правильной покупке завтрак, обед или ужин, или детское питание стоит 60 рублей одна порция. То есть при правильной покупке 60 рублей стоит всего одна порция. И я беру продукт и стакан или два стакана воды. И ты сытый. Ты сытый, ты молодой, красивый, успешный. И это тебе дает BMW новое. Это дает тебе Rolex, настоящий, оригинальный, который стоит как квартира. Это дает тебе путешествие. Более 50 стран мира благодаря системе удалось посетить, потому что система работает в интернете. Ты бываешь в разных странах мира, лучшие виллы, лучшие машины. Поэтому, друзья, принимай решение, где ты сегодня должен быть. 4 инновационных продукта, запуск август-сентябрь, запуск бизнес-плана июль 2019 года, и этот бизнес на долгие года приходит к нам. И не зря сейчас приезжает в Россию сам президент,
Каури Томпсон и сам владелец Дан Путман. Я вас всех поздравляю с этой победой. Коротко про бизнес-план. Сейчас вы будете шокированы. Все эти продукты натуральные, полезные. Они восстанавливают работу органов, питают клетку, улучшают работоспособность, эффективность. Но сейчас не об этом. У нас нет входа в бизнес. У нас нет такого понятия войти в бизнес. У нас есть продукт питания, который вы покупаете для себя. Вам не надо $500, вам не надо $1000. Мы не занимаемся инвестициями. Мы строим потребительскую сеть. Продукт можно купить от $25 до $90 в месяц разного продукта в сумме. Если вы возьмете продукт на семью, на соседа, то это просто недорого. Я вам сейчас расскажу про наши 12 видов заработка. Все начинается именно с вас. Вы в данном случае приобретаете продукт. Я буду рассказывать так, как вам выгодно. Внимание, я не буду рассказывать то, что невыгодно. В компании существует множество, скажем так, продуктов, разная цена от $25. Я не буду рассказывать про это, потому что это невыгодно. Правильно? Я расскажу вам, что выгодно. Значит, в первую очередь вам нужно экономить деньги при заказе. Следовательно, что выгодно? А выгодно правильно делать заказ. И кто сейчас смотрит в прямом эфире, я вам даю возможность сделать регистрацию в магазине в подарок. Для этого нажмите кнопку «Менеджер», нажимаете «Менеджер». Открывается вот такая страничка, связывайтесь по телефону, по скайпу, по почте с человеком, кто вас пригласил, жмете «Забрать подарок», и у вас прямая регистрация в магазин. По-русски заполнять нельзя. Заполнили все, как в этом видео, и через 5 минут у вас появляется вот такой магазин, спускаетесь вниз, и предпоследняя ссылка для регистрации других людей. Вы ни копейки не заплатили, а ссылка уже есть. Потом у вас появляется кошелек, разная статистика, и в кошельке появляются деньги за ваш труд. В данном случае $67 000 лежит, это несколько миллионов рублей, это более чем 20 миллионов тенге. Пошли дальше. И вот что выгодно. Выгодно каждый месяц приобретать продукт на $90 на семью и на соседа. В $90 входит разный продукт. То есть запомните, каждый месяц берете продукт питания для лица или для детей или для взрослых на $90. Это может быть ассорти, это может быть какой-то один продукт. И вы скинулись деньгами с соседом, с братом, с мамой, и вам продукт достался недорого. Примерно $1 будет обходиться один день вам в данном случае какой-то продукт. Потом дальше что? Вы приглашаете в магазин две семьи. Запомните, чтобы получать множество видов бонуса, у вас должно быть минимум за один месяц приглашено в любое время, за один месяц, в любое время два человека, которые сделали покупку. То есть, это могут быть старые, либо новые клиенты, которые каждый месяц приобретают по $90 продукт. И обязательно нужно, чтобы один был слева, а другой справа. Как только у вас появится один приглашенный слева и один справа, то вы уже можете рассчитывать на доходы, а у нас их 12. И первый вид дохода – это доход за приглашение. Каждый большой пакет за $90 равен 70 CV. И за 70 CV, за первую покупку, вы получаете $35. При первой покупке это примерно 15 CV идет в сеть. При повторной покупке это 70 CV примерно идет в сеть. Следовательно, вы получили первый вид дохода за приглашение по $35 здесь и здесь. $70 вы получили
до конца месяца уже. Правильно? Правильно. При условии, если вы себе взяли на $90 и пригласили одного лево и одного право, вы получили $70 по $35 за одного приглашенного. Пригласили 10 человек, пригласили 10, получите 10 раз по $35 равно $350. Итак, за каждого приглашенного лево-право, получаете один раз в жизни $35. Чем больше пригласили, тем больше денег за приглашение. Но это не основной доход. И вот теперь главный закон. У вас обязательно каждый месяц, чтобы получать максимальные бонусы, должен быть личный пакет на $90. Это новый бизнес-план, слушайте внимательно. И приглашен один слева и справа на $90. Он может быть приглашен в следующем месяце или до этого. Но самое главное, чтобы эта покупка состоялась за месяц. В июле, в августе, в сентябре, в октябре могут одни и те же, могут новые без разницы. Но они должны быть лево-право. Тогда вы сразу же можете получить супер-бонус, самый щедрый в истории, нет ни в одной компании в мире. Называется Lifestyle бонус, бонус жизни. Эти деньги даются вам на путешествия, эти деньги вам даются на одежду, эти деньги вам даются на машины, на все, что вам надо. И вот тут получается, смотрите, если вы взяли пакет на $90, плюс доставка, не забывайте, плюс один раз в жизни вы платите $20 за инструменты, первый раз вы заплатите $13 где-то доставка, и $20 это инструменты, $123. А со второго раза с доставкой будет $103. То есть при повторном заказе $103 постоянно будет продукт стоить. Идем дальше. И вот тут включается рекламный бонус. Если вы это сделали, пригласили слева и справа, и они пригласили слева и справа, то вы получаете от товарооборота $540 до конца этого месяца уже $100 бонус жизни. Нигде нет такого бонуса, он есть у нас. То есть плюс $100, если вот эти двое пригласят еще по два, которые сделают на $90 покупку. И вы получили за первый месяц с бонусом приглашения $170. Внимание! Эти же люди, вы уже ничего не делаете, они во втором месяце делают повторную покупку. Все вот эти 6 человек, вы двоих и они по два. И вы еще раз получаете $100. Внимание! И через 2 месяца, и через 3, и через 5, пожизненно, пока они будут покупать в такой схеме, вы будете получать эти $100. Открываю чат, как эмоции. Вы понимаете, о чем я вам говорю? Идем дальше. Но вы до конца этого месяца и любого месяца можете сделать еще жирнее бонус. 3 на 3. 3 на 3, друзья. И это гораздо больше денег. То есть вы можете еще одного синенького позвать вот сюда. Еще одного синенького позвать вот сюда. И этот синенький позовет 3 зелененьких, а вот этот синенький еще одного и этот одного. И 3 на 3 вам уже дает не $100. Вот тут вообще просто все в шоке. Вам дается $300. И плюс за троих приглашенных $105. И вы $405 уже заработали до конца месяца. За схему 3 по 3. Вот что такое интернет-бизнес. Схема 4 по 4 дает $500 бонус жизни. Плюс за 4 приглашенных $150. Схема 5 по 5, это мы сделали в июле, дает вам $700. Плюс за 5 приглашенных по $35. Это, друзья, получается в данном случае $175 дополнительно. То есть $700 и плюс $175. Поэтому до конца месяца каждого вы закрываете бонус жизни.
И каждый месяц получаете дополнительно за эту схему деньги. И участвуют старые приглашенные, новые приглашенные, неважно. Самое главное, чтобы схема за месяц закрылась. Не за день, не за неделю, не за 3 недели. Вы вдумайтесь, и не за месяц, а вот именно за любое время года, как только эта схема совпала за месяц, то есть учитывается весь труд, старый, новый, средний, и как только у вас появляется 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, вы получаете за месяц какой-то один из бонусов. Только в нашей компании это есть. Плюс не забывайте, что при первой покупке вам дается за такую покупку 15 баллов в сеть, а за повторную 70. И тут включается третий вид дохода. Третий вид дохода от слова «би». «Би» – это очередь в магазин, левая и правая. То есть вы расставляете людей лево-право, лево-право, и они расставляют. И баллы накапливаются. 50 баллов, 70, 15 баллов. И помимо бонуса жизни, помимо бонуса за приглашение, вы получаете каждую неделю би, то есть от очереди, от наименьшего товарооборота. То есть здесь 100 покупок и здесь 50. И вот за 50 покупок полностью вы получаете, и этого тоже не было, это впервые в июле введено, вы получаете, если вы вообще не партнер, если вы без ранга, ранг это сильвер, золото, платина, бриллиант. Квалифицированный партнер это когда он пригласил одного лево и одного право. Поэтому я вам обязательно говорил, если вы хотите получать за очередь, за бинар, у вас должно быть минимум за месяц в любой активный один человек слева и один справа, и вы по 90 долларов. Теперь важный момент. Если у вас вот здесь нет приглашенного, то баллы не сгорают. Баллы накапливаются. То есть компания наша вам будет выплачивать за ваш старый труд. Вот если вы не получили за эту неделю, у вас не было приглашенного слева и справа активного. Но самое главное, если вы каждый месяц делаете одну активность, то все баллы за весь товарооборот накапливаются и каждую неделю переходят. Представьте, какая компания у нас нежадная. То есть очередь, бинар, несгораемая, она накапливаемая, она суммируется, она складывается. То есть, если у тебя будет один слева приглашенный, а справа не будет, ты будешь просто баллы накапливать. Будешь копить, копить, копить. Потом ты вправо пригласил личника, и здесь появилось 100 баллов. И вот эти накопленные считаются слева и справа, и ты получаешь за наименьшую очередь. То есть фишка в том, что это очень жирный плюс. Очень жирный плюс. И поверьте мне, у меня очень большой опыт в индустрии, у меня опыт в маркетинге большой. Я построил самые большие сети в мире за всю историю. У меня есть скрины, доказательства, достижений. И то, о чем я вам сегодня говорю, мне это очень понятно. Простыми словами, друзья, вы должны понимать, что в этом мире я видел много разных маркетингов, бизнес-планов, продуктов. И мне четко и ясно, с чем вы сегодня соприкоснулись. Вы соприкасаетесь в данном случае с самыми крутыми выплатами и щедрыми выплатами. Потому что наш владелец – это духовно развитый человек, это не жадный человек. И, конечно, друзья, я вас всех с этим поздравляю. Всех с этим поздравляю. Идем дальше. И вот здесь завершающий момент пошел, да? Баллы накапливаются. Если у вас один слева и справа есть, каждый месяц минимум приглашенный личник вами
То есть вот здесь у вас есть менеджер. Менеджер тоже вот сюда может пригласить. Приглашенный человек вашим менеджером не считается активным в бинаре. Баллы от этого человека, CV, идут в зачет. То есть ваш менеджер, кто вас пригласил, может вот сюда вам поставить людей. Эти люди тоже покупки сделают. И эти покупки в будущем пойдут вот сюда в расчет. Но если личного приглашенного слева и справа не будет, за бинар не начислят. Но бинар будет переноситься до тех пор, каждую неделю, пока у вас слева и справа не появится активный. Запомните это правило. Лево-право и ты. Личник. Идем дальше. И вот тут есть нюанс. Накапливаются баллы. У нас как такового понятия рангов нет. У нас платятся деньги от товарооборота. То есть ранг — это просто товарооборот. Ну, чтобы вам было понятно. Если человек вот сделал приглашение лево и право, то он получает до 10% по наименьшей ветке за весь объем. Если человек сделал сильвер, это 1000 баллов слева, 1000 баллов слева и 1000 баллов справа, суммируются все приглашенные ваших людей и вашего менеджера, то есть по обороту, то вы стали фактически за эту неделю сильвер и получаете в данном случае до 12%. Золото — это 2500. И если у вас в эту неделю есть 2500, фактически вы золото. И получаете до 15%, сильвер до 12% и без ранга, до 10%. Без ранга — это вот лево-право и вы. Идем дальше. Дальше мы видим платина. Платина идет до 18%. То есть при товарообороте суммируются все покупки ваших приглашенных и в неделю, и приглашенных вашим менеджером, то это до 18%. И бриллиант также все считается. Вы пригласили, ваши приглашенные пригласили, и ваш менеджер пригласил, и его люди пригласили. И как только за неделю слева 7500 CV слева и справа, то до 20% вы получаете. И вот этот доход, к примеру, вот у вас левая сторона сделала 25 CV, а правая сделала 20000 CV. И предполагаем, что неделя в данном случае бриллиантовая, и доход максимальный. То есть выплатили не 18, не 19, потому что бриллиант получает до 20%, а 20%. Это значит, вы получили за неделю 4000 долларов. И когда я показывал вот здесь скрин, да, вот, как раз здесь есть доходы примерные. Это вот серебро за неделю получило, но по товарообороту 234 доллара. Например, платина 3500 долларов, например, бриллиант 6000 долларов вместе с 2%. И плюс бонус жизни. Хочу вам сказать, после выплат, вот, например, если у вас вот здесь было 300 баллов, а здесь 1000, вот эти 300 сгорают, здесь сгорает 300, остается 700, а здесь 0. И вот эти 700 переносятся на следующую неделю. Так понятно? То есть баллы не сгорают. Все баллы накапливаются, сгораются только за те, которые выплатили. Лучше, жирнее бизнес-плана нет в мире. Честный план. Трудись и получай деньги. Вот. И, к примеру, чтобы вам было понятно, вот у нас с 2019 года, с июля, человек без ранга может получить больше, чем серебро
Понимаете или нет? Это удивительный факт, потому что человек без ранга делает схему, к примеру, 5 по 5 и получает $700. А человек с рангом выполнил серебро в одну неделю и получил, к примеру, вот как на этой картинке, $234. То есть мы сделали так, что простые люди могли заработать даже больше, чем серебряные. Представьте, сделал 5 по 5, получил $700 премию, плюс за подключение, плюс бинар до 10%. Это эврика, друзья. Эврика. То есть простой человек, делая схему 3-3-4-4-5-5, может заработать больше, чем в итоге серебро, которое этот бонус не сделал. То есть это классно, когда зарабатывают люди снизу. И нас ждет самый большой успех в истории интернет-предпринимательства. Наши ученики будут зарабатывать самые большие деньги. Идем дальше. Следующий доход, его получает человек, это за личное спонсирование. Ты пригласил двоих. Вот это ты. Ты пригласил двоих. Эти люди по очереди, по бинару заработали деньги. Этот заработал $1000, а этот заработал $5000. От их дохода ты ничего не отнимаешь. Но компания тебе платит плюс 20% за любого приглашенного человека тобою лично. В первой линии у тебя их может быть 5-10, ты их вот так расставляешь. И в итоге, если ты пригласил образно 10 или 20 человек, они заработали какую-то сумму, то тебе прибавляется плюс 20% за обучение. Они все свои деньги получили, и ты получил плюс 20%. То есть, если сумма, допустим, будет $10000, ты получишь $2000 дополнительно. В данном примере ты видишь, что здесь ты получил $1200 за обучение первой линии. Внимание, с июля 2019 года все серебряные, все золотые, все платиновые, все бриллиантовые при постоянном товарообороте будут зарабатывать в разы больше. То есть, что это означает? Это означает, что мы с июля ввели повышенный доход у активных лидеров по товарообороту. И они могут зарабатывать в разы больше, если делают этот оборот, обучают людей, трудятся, помогают людям. И чтобы вам было понятно, да, то в данном случае здесь очень большие деньги. И все, кто делает товарооборот, они должны радоваться. Потому что вот такие доходы, $61000 и больше, вы можете зарабатывать в неделю. При условии, если что-то делаете. Правильно? И, к примеру, я вам покажу разницу. Вот, допустим, платина. Месяц назад без этого бонуса зарабатывала $3500. И это же платина. Так, это маленько не так показал вам. Так, вот бриллиант. Допустим, месяц назад зарабатывал без бонуса, который сейчас вам буду показывать, 3600. По этому же товарообороту, за то, что он трудится, помогает людям, бриллиант сейчас получает, видите, $6000. То есть за место 3600 $6000. Все бриллианты в компании сейчас зарабатывают больше, у кого товарооборот постоянный. Все платиновые сейчас зарабатывают больше, у кого товарооборот постоянный. Все золотые сейчас зарабатывают больше, у кого товарооборот постоянный. Все серебряные сейчас зарабатывают больше, у кого товарооборот постоянный. Плюс зарабатывает любой новичок, потому что 2-2, 3-3 раньше не было, 5-5 не было. И вот это нужно понять и донести людям. И вот важный нюанс,
генерация. Во всех компаниях платят за линии. У нас платят за поколение. То есть при товарообороте 1000 баллов слева и 1000 баллов справа у тебя открывается второе поколение. При товарообороте 2500 слева и 2500 справа у тебя открывается третье поколение. При товарообороте 5000 баллов слева и справа в неделю у тебя открывается четвертое поколение. При товарообороте 7500 баллов слева и справа у тебя появляется 2% от мирового товарооборота. И вот теперь смотрите нюанс. Если во всех компаниях платят как? Вот ты позвал человека, вот троих, и они позвали вот сюда каждый по трое, то вот это вот первая линия, вот это вот вторая. А если дальше пойдет, это будет третья линия, четвертая линия. И во многих компаниях платят вот так, за линию, линейный маркетинг-план. А у нас генерация от тех людей, кому ты помогаешь от дохода. И как только у тебя появился товарооборот в неделю, 1000 баллов слева и 1000 баллов справа, то ты получаешь 10% от дохода ниже с поколений. То есть, в первой линии, во второй линии заработали люди, в третьей заработали, в пятой заработали, в седьмой заработали. То есть он ищет, кто заработал. Ты же там учишь, ну ты помогаешь там, ты учишь людей. Они заработали 10 долларов, ты 10% это 1 доллар. Они заработали 100 долларов, 10% это 10 долларов. То есть он находит полностью в первом поколении людей, кто зарабатывает. В глубину. До тех пор, пока не найдет подобного. Как только он найдет подобного, серебряного, за то, что он этого серебряного научил, от дохода серебряного он получит доход, а уже ниже от структуры серебряной он получать не будет, потому что там уже будет получать другой человек, кто тех научил. И поэтому выгодно обучать. Следующее. Это 2500 баллов слева и 2500 баллов справа. Это ранг золота в неделю. И тут генерация срабатывает так. То есть получается со второго поколения, с третьего поколения. То есть речь идет о том, что он начинает тебе искать людей со всех твоих приглашенных от первой линии, да, там находит, кого они во второй пригласили, в третьей, в четвертой, в пятой. И он начинает вот так искать людей и находит тех, кто заработал, пока не соприкоснется с себе подобным, пока он не найдет золотого. Как только он найдет золотого, он, скажем так, остановится, но заработает за обучение от золотого, а ниже уже не пойдет. Это очень круто обучать людей. И платина 5000 баллов в данном случае слева, 5000 баллов справа, и также четвертое поколение цепляется. И пошло. То есть 20% от дохода первой линии, потом 10% за второе поколение, как от серебра, 10% за третье поколение, как золото, 10% за четвертое поколение, как платина. Он начинает искать и находит тех, кому ты помог и научил. И это очень крутые выплаты. То есть ты должен обучать людей, тебе это выгодно. Пошли дальше. В итоге, вот у вас во втором поколении люди заработали 50 тысяч долларов, в третьем поколении, не линия, а поколение третье, заработали у вас, к примеру, 90 тысяч долларов, и в четвертом поколении, допустим, у вас заработали, предположим, 140 тысяч долларов, то ты вот за то, что помог им заработать, обучал их, получаешь 10% за второе поколение, это 5 тысяч долларов, за третье 9 тысяч долларов. Это в неделю. И за четвертое поколение 14 тысяч долларов. Уловили идею, друзья? То есть это круто. И, к примеру, вот средний в данном случае бриллиант
Вот в этой картинке, сейчас я вам найду, да? Средний бриллиант вот в этой картинке получил за неделю $373, это 2%. А вот здесь он получил, видите, 20% за первую линию $900, за бинар до 20% $3000, и вот матч-бонус, видите, вот эти поколения, $1700. То есть это очень большие деньги, это у среднего бриллианта, а у больших еще больше, в разы больше, если они обучают людей. И вот 2% от мирового товарооборота. Каждую неделю, если ты делаешь 7500 слева и 7500 справа, ты считаешься активным бриллиантом. И ты получаешь от товарооборота Китая, Мексики, Японии, Франции, России, Казахстана. И тут, я бы сказал, есть иногда, знаете так, нечестность. Люди зарабатывают от моего товарооборота деньги. То есть я сутками тружусь с утра до вечера, летаю на самолетах, плачу деньги за залы, за перелеты, за гостиницы. И представьте, где-то бриллиант выполнил там в Мексике человек, или в Европе, или там в Москве. И у него товарооборот 7500 слева, 7500 справа. А у меня, допустим, товарооборот 10 миллионов PV, ну CV. Представьте, он от моего товарооборота 2% получит, и он под эти 2% поделятся между активными. С одной стороны, вроде как нечестно, но мне не жалко. То есть мы, самые крупные бриллианты, отдаем деньги самым мелким бриллиантам. Мы заботимся о качестве их жизни. И мы готовы отдать от своего объема, в общем, чтобы вам было понятно, вы создали 15 тысяч CV, мы создали миллион. Берется, складывается, умножается на 2%, $20 000. И $20 000 делится между двумя бриллиантами. То есть в данном случае один создал миллион CV, а другой создал в данном случае 15 тысяч CV за неделю. И $20 000 бриллиантовый бонус и делится между двумя этими бриллиантами. Представьте себе, как круто. И вот быть бриллиантом – это почетно. Естественно, если мы делаем все вместе этот бизнес, кто-то делает 100 тысяч CV, кто-то делает миллион CV, кто-то делает 50 тысяч CV. Все обороты в мире складываются, и между всеми активными бриллиантами в неделю начисляются. За год это от $20 000 до нескольких сот тысяч долларов может быть доход, если ты каждую неделю бриллиант, как дополнительный бонус. От $20 000 в год может выйти. Просто вот такой бонус. Круто? Самый жирный бизнес-план, самые лучшие продукты, самая лучшая система обучения. Прямо сейчас перешли это видео всем. Потому что нет лучшей системы продвижения бизнеса, как автоматизированный робот от Академии «Успех вместе». Он мне помог зарегистрировать в первую линию 8908 человек, потенциальных клиентов и партнеров, неактивных. И этих людей, если обучать, они могут стать партнерами. Вам нужно научиться пользоваться этой системой. Понимаете? И вы должны четко это понимать. Каждый день у нас проходит одна встреча в прямом эфире. Для вас выступают профессора, магистры медицины, бизнес-тренера, инфобизнесмены, президент компании, владелец компании. То есть каждый день для вас выступают те, кто в этом разбирается и обучают ваших людей безвозмездно. Понимаете? Все, кто сегодня пришел, вам нужно, первое, нажать менеджер, связаться с человеком, кто вас пригласил. Второе, забрать подарок и заполнить все, как вот здесь в инструкции по-русски нельзя. Дальше обязательно добавиться в чат Telegram, изучить, друзья, вот чат Telegram. Там есть тренинги, как трудиться в интернете, выйти на связь со своим менеджером и обязательно посмотрите вот это видео новое и обязательно нажмите класс и лайк. Лучший бизнес-план в мире. Обязательно там напишите,
ваш результат по продукту, по доходу, нажмите класс, потому что вот здесь, правда, не ставьте телефоны, фамилии, то есть телефоны не надо ставить, ссылки не надо ставить, это спам. А вот так, результат по продукту, результат по доходу, результат по команде, просто пишите что-то вот такое. И люди вам могут потом написать. То есть вы можете пропиариться в моем видео, это видео посмотрят более 100 тысяч человек по миру, и там будет ваш отзыв, и возможно у вас появится клиент или партнер. То есть нажали это видео, комментарий, класс, там я обучаюсь системе, мне она помогла там бросить пить, курить. Я обучаюсь системе, я заработал деньги. Я обучаюсь системе, путешествую по миру. И кому-то, возможно, вы понравитесь. Это видео посмотрят более 100 тысяч человек по миру. И важный нюанс, что 24-го, 27 июля всех жду в Казани. Код свободный. Дальше, 3 августа всех жду в Иркутске на Байкале. 10 августа всех жду в Казахстане, в Алматы на тренинге. Потом мы ждем вас с владельцем и с президентом 16, 17, 18 августа с вашими структурами, командами на Байкале, Иркутск. Потом владелец улетает, мы с президентом едем в Москву 23, 24, 25 августа, Москва. Потом мы летим в Казахстан 30, 31 августа, 1 сентября. Необходимо всем, Кыргызстан, Узбекистан, Украина, Беларусь, Европа, Дальний Восток, Южная Корея, Россия, всем приехать на эти события, пригласить своих людей, мы их обучим, вы будете получать деньги. И плюс каждый день одно обучение в прямом эфире. С вами был ваш друг Андрей Шаура, всем любви, процветания, мы в лучшем месте, в лучшей команде, в тренде, мы актуальны. У нас сегодня все отлично. До встречи в Академии. Успех вместе!